Сейчас песос будет. Я опять не удержусь, на восьмом мире буду показывать ему джи-тактики и солью. Летящей походкой. Тыри-ты, тыри-ты. Так, ну получится еще раз. Оп, оп. Нет, у меня другая страта есть. Оп, оп. И прыгай, оп, оп, оп. Да блядь, ну что, падай. Оп, и теперь слезай. Оп, нормально. Уже два раза завыдет, Саль. Господи, это знак. Сейчас все будет изи. Вот фигня. Нет, у меня есть низшая. Выше у меня нет. Так у нас папа, видели его? Он... Там соседи боятся, особенно в таком гриме. Шапанай, спасибо за ход. Бля, зачем? Ну ты дебил, блядь. А, ты бровян, сам с собой говоришь, да? Да, но я опять забыл, сори, сейчас все будет изи. Чё ты забыл? Да что, не надо там прыгать с разбегу. Ну, хоть он бровян, лишь бы прыгнуть. Да, лишь бы с разбегу. Да на кого-то не ходи, я уже сколько не был на собеседовании. И на геймдизе, и на тестере, и на комьюнити менеджере. И нигде не берут. И нигде не берут. Говорят, бля, ты чё, поехавший? Ты же бровян, да? Ты же Антоха из реальных пацанов, какой тебе геймдев? Алло, ТНТ ждет. Все, бровян, будешь теперь стримером, фулл-тайм. Да, несомненно. Мы договорились, что понедельник от звонок порубью и стрим. Главное, овердрочный стрим. Я не могу играть, когда мне FPS проседает, стримом проседает. А меньше 100 я не могу уже играть. Вот молодец, стрим нормальные игры. Ну, Overwatch тоже могу стрим. Ну, такое. Не знаю, вообще. Мех. А, нормально, я чё не писаю. И Канич, тебе спасибо, всем спасибо. Не, я от Destiny устал немножко. Ну, не знаю, мне надоело потом. Ну, там надо дрочить, нужно стак себе искать, катать постоянно, ну, такое. Ну, ты чё стоишь? Оп. 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 И на тоненького. Оба. А что ты мысленно подписался? Подпишись нормально. Канал у меня есть. Ну-ка, все подписались быстро. Так. Ну, у меня так себе опыт, потому что у меня не было нифига там толку. Я в Google Доге ячейки заполнял. То есть там ни жира особо не пользовались, там ни другими. Ну, то есть везде требуют этих мобильных. То есть везде нужны, чтобы я тестировал мобильные приложения, а я как бы с мобилками не работал. Я только с вебом работал. Спасибо, гусяка, дай бог тебе здоровья. И всех благ. Да, летящая походка на тоненького быстро отписывает. Пощади! Гусяка, га! Ну вот, Кайн, вот. Спасибо за... Смотри, Кайн, зато я этого скелета убью специально для тебя. Это победа над скелетом посвящается тебе, Кайн. Бля, ну хорош, ребят, ну чё вы всем так оставим одного человека с памяти? Я тоже так думаю. А там нельзя поставить минимум какой-то? Нет, на хосты нельзя. Бля, чуваки, ну зарезали, ты нахрена выходит на одного человека, понимаешь, что я... Ты сразу понимаешь, хорошо, если мы так будем делать, то...
Ну придется выключать. То мы выключим хост, да. Блядь, ну серьезно, ну хорош. Еще, блин. Баньте всех, кто хостит. Все. Да, другие будут хостить. Да я попью. Пока. Да давай. Сейчас, я попью, погоди. Все просто. Баньте на час тех, кто хостит. Ну все. Ты хуёво смыл. Я знаю. Я пока со шлюшку. Довольный такой. На шлюшку. Привет, Бадвил. А теперь смотрите, эта строта посвящается вам, дорогие зрители. Показываю. Вот первое. Никто до этого не видел, никто ее не знает. Ни один спидранер. Слово сейчас Ростов стоит? Ни один спидранер не знает. Из тех, которые били, работают от стримеров, наверное, штук... Ну, может быть, 2-3, поехали. Не знаю. Полетим. Опа! Штуки опа. 3-4, наверное. Потому что мы же перезапускали, наверное, опа. Хосты. Но они вообще должны держаться. Опа! И еще пару раз, чтобы он убежал подальше. Как опа. Все остальные висят от ноунейм. А где гусяка? Опа! Она голубенькая. По идее. А все, я ушел. Оп. Все, изи. А теперь... А нет, скелет, все поздно. И летящий поход, мы входим на следующий уровень. Райан, короче, заполовил, если ты не стримишь в понедельник, ты знаешь, кто ты. Чего? А чё они? Они всё это взяли, что я в понедельник буду стримить. И уже меня шантажируют. Нет, не пожалел, конечно. Кто не понял, это, короче, баг из-за того, что я свешиваюсь, он делает пару шагов вперед. Ты его поднимаешь наверх, свешиваешь, то он делает еще пару шагов. И он как бы он так уходит. Короче... Вот такие страты. Все еще принцип прохожу. Добрый нас с тобой послушай. Посиди давай. Ну, смысле здесь. Ну, в смысле, мы здесь можем. Оба. Були-були-були. А где звук? А. Тогда буль-буль-буль. Плюс одно хп навсегда. А я уж не могу на самом деле смотреть на эту игру. Ой, блядь! Она нам пофигу, ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Ой, не здесь. Мостов под Нансом будет, когда приедет кот. Кот должен приехать где-то в течение получаса-часа, наверное. Ну, 47 минут, скорее всего, проходить. Примерно так, плюс-минус. Это если дождь не трогает, да? Да. Ну нет, в смысле, я уже раньше, но у меня всего осталось 47 минут. То есть я... Ну, хп не буду подбирать, времени нет. Я так пройду. Блин, а я уже стёрла мистер Кира. А что забыла сделать? Ну есть общая селфи. Тут главное не завафлить. Потому что один промах, и я труп. Но нет. Изи. Блять, принц, алло, ну ты чё? Ты ж принц. Так, сейчас, по-моему, направо, если не изменять мне память. Он ещё не принц. Спасибо, Хелмик. Но он потенциальный принц, а ведёт себя как аутист. Не потенциальный. Вот, Владис, слышишь, видишь, фотка? Оп, посос. Оп, песос. Ой. Ой. Брови. Ты чё? Слышь, брови. А. Живи. Да не, изи. Это я довыпендривался и получил по щам в пачку. Напихали меня. Ну что, сейчас жизнь возьмем еще? Бах. В смысле шучка Гита? Прям все смотрел. Фотка топовая. Сейчас вернусь.
в бригаде. Оп, чувак по дедасе выбежит. Опа. И убежал. А мы что делаем? Летящей походкой бежим на следующий уровень. Это какой? Это сейчас будет 6 уже. А время у нас сейчас 44 минуты. Ну пока нормально. То есть за 16 минут прошли красава, мы. Красава, красава. 5 уровней. Тащи бровен! А, это 5 такой, я, блядь, 4 прошел. Ну тоже, не тащи бровен. Тоже нормально. 4 минуты на уровень, это нормально. Что-то я уже там один раз зафейлил еще. Ну бывает, что такое. Бля, я не помню, куда идти, я где-то гид рано ушел. Ну ладно, сейчас помню, на панику. А что такое Бравин не стримит? Боша каждый день в 6 часов. А, нет, там туда. Там это забагованный кувшин, но нам не нужен. Нормально, нормально. Оп, и бухнул сразу. Еще не приземлился, а уже схватился за кувшин. Алкашня! Ну подходи. Ну давай. Ну еще шагов. Ты, тайминг. Тайминг. Ну, тайминг. Ну, там были, но я подошла. Конечно, с ними. Ну, просто Люха пришел. А, ты что, офигел? Алло. Кота, добавьте в команду, пожалуйста. Да ты офигел, ты чё? Какие я играл? Первый я играл очень мало, Варю Резин я прошел, мне он очень-очень нравится, конечно. И Два Трона я так тоже не особо играл. Но в целом, как так, нормально к себе отношусь. Так, хорошо, хорошо. Сколько минут? 42 еще. Ну, сколько раз подыхал? Один, помню. Хорошо. Так это уже пятый. Не знаю. Чего ты туда идешь? А куда? Все верно. Да? Ты чё? А, ну ладно, ладно. Я это четвертый номер перепутал. Блядь, я как... А, ну ладно. Нормально. А ты вообще выспалась, Карина? Да. Да, нормально. Тебе не мешало? Блин, чуть-чуть. Ну ты... Подожди. Погоди, у меня тут... У меня тут какой-нибудь буйный. Сейчас я буйному в пачку нацелю. Все, все. В курсе, но я в нее не играл ни разу. Ну там, по-моему, посос какой-то вообще не очень. Ты похож на шлюшку сейчас или уже не так? Ну, чуть-чуть похож. Ну такую вот еще. Шлюшку, которую раскрываешься на шлюшку. Ну как бы, если приглядеться, можно понять, ага. Еще один пройден лавар. Спрашивай, это смоки айс или эмобой? Эмобой. Это эмобой. Ты рахгит. Симби лавар. Ну, там уже была, мне просто денежку заплатили. Ты не оставлял подводку, когда они смываются? Чего зачем? Скажи им! Слышь ты, бля. Куда, куда, куда? Налево, налево, налево. Налево, налево. Налево. Привет. Какой будет красивый. Ой, что я делаю? Все нормально, все нормально. Нет, не нормально, вот так нормально. Ну так, они а то, что хотели сделать. Он поэтому меня встречает. У меня аж, блядь, всё небо. Ой, твой любимый. Давай. Как ты делаешь? Нормально? Чё там страшного? Я нормально уже пачку сою. Ну твои хоть истории про поиск, как бы они... Давай, тайминг. Я сейчас сижу.